Пушкинский роддом отмечает полувековой юбилей. В зале ветераны труда и молодые сотрудники. Все те, кто посвятил себя благородному делу – рождению малышей. Они сегодня главные виновники торжества. Вы первые, кто встречается с человеком на этом свете и помогаете родиться и ведете, в принципе, всю жизнь. Огромное вам спасибо за то, что вы есть, за ваш труд, за ваш профессионализм, за выбор вашей профессии. 50 лет назад на базе Химкинской больницы открылось здание родильного дома. За эти годы на свет появились более 100 тысяч малышей. Врачи, акушерки, медсестры. Сегодня все слова благодарности и поздравления звучат для них. Я считаю, это самое главное заведение в жизни каждого человека. В нем начинается жизнь. И, естественно, дается старт большой жизни на протяжении всего времени. Роддом для химок имеет огромное значение, потому что здесь рождаются самые замечательные, красивые люди в нашем городе. Нина Сергеева всю свою трудовую деятельность, а это больше 50 лет, отработала в Химкинском роддоме. И не мыслит себя без этой профессии. Была старшей акушеркой, потом операционной сестрой. Благодаря ее профессионализму на свет появились несколько тысяч малышей. И не случайно, что Нина Сергеева сегодня в числе награжденных. Самое приятное – это когда человек рождается, принять его, и он начинает кричать, новая жизнь появляется. Это самое приятное в жизни. Сейчас у родильного дома начинается новый виток в развитии. В учреждении полным ходом идет капитальный ремонт. Строители обновляют здание, расширяют палаты, устанавливают современное оборудование. Открытие нового роддома запланировано на конец года. Этого события ждут все – и сотрудники, и жители Химок. Мы будем приглашать новых сотрудников, и мы будем очень тщательно относиться к этому, потому что подбор персонала – это одно из самых важных в родильном доме дел. Акушерство и работа акушер-гинекологов, работа акушерок, санитарок, нянечков – это даже не работа, это стиль жизни. Случайные люди к нам не приходят. Химкинский родильный дом – это сплоченный профессиональный коллектив. За преданность делу лучших сотрудников наградили благодарственными письмами. А в завершении вечера для всех присутствующих в зале выступили творческие коллективы Химок. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.